Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Десарциф, и сегодня будем проходить новую хоррор-карту под названием Север Мутант. Сразу скажу, карта вроде как почти большая, так что заранее я буду ненужные моменты обрезать. Также заранее скажу для тех, кто первый раз, я буду проходить разные этапы сложности, ну, по типу средний уровень и самый сложный уровень сложности. За прошлые два моих ролика первый раз я проходил на уровне средний уровень сложности, второй раз я проходил на самый сложный уровень сложности, и в третий раз давайте попробуем еще раз на среднем уровне сложности. Я буду считать как по очередности проходить. Но перед этим, как вы будете смотреть дальше, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на мой канал, прожимайте колокольчики, чтобы не пропускать мои дальнейшие видосы. Также делитесь своими друзьями, знакомыми, чтобы они тоже подписались на мой канал, распространяйте и все, и прочее, и так далее. Ну что ж, будем начинать. Погнали. Классика. Классический режим. Изучайте локации, решайте головоломки. Так что я до этого говорю то, что мы будем проходить на среднем уровне сложности, так что давайте на среднем. Так, агент некой организации прибыл в данные удалены с целью удалено. Короче, что-то там все удалено данные. Какой-то мы играем за агента какого-то. Ладно, начинаем. 15 ноября, пол третьего ночи, пригород Райли. Так, мы оказываемся на каком-то перекрестки или что-то вроде того. Из нас попадает записка. Приказ ACP. Вы агент ACP, прибывший на черном автомобиле в следующих целях. Первое. Попасть в секретную лабораторию цел лаборатории под землей. Второе. Найти пропавший отряд ACP, который должен был выполнить первую цель. Цел лаборатория. Медицинская корпорация в тайне производящих мутантов. Мутанты сбежали из лаборатории, став убивать людей в затерянном лесу, в деревне и хоррор хаус. Так, для тех, кто не понял, вот это написано по-английски хоррор хаус. Мы когда-то с одним другом снимали ролик на этом карте под названием хоррор хаус, конечно же. Так вот, если кому-то интересно посмотреть вот эту вот карту, могу посередине экрана, сейчас вот ставлю. Там у меня как раз один мой друг заснял этот ролик, и мы как раз проходили эту карту. Кому интересно, можете посмотреть. Так что давайте продолжим. Так, сюжетные приметы, подсказка. Так, вроде сюжетные приметы на красном, ну, помеченным цветом, это сюжетный вроде как примет, необходим для прохождения карты. А синие это написано, там, короче, помечено синим цветом. Записка про сюжеты карты. Необязательная для прохождения. Короче, не обязательно можно читать, но все равно я буду изучать. Так. Кровь. Осматриваем. Довольно много крови. Поранились. Кровотечение. Кого-то резали. Опа. Так. Что за комната? Открыть. Нужен белый ключ. А это что у нас? Что-то вроде у нас предохранитель, что-то вроде того. Я не знаю. Здесь тоже все забаррикадировано. Короче, здесь ничего такого нет. Давайте осмотрим здесь. Опа, что это? Разводной ключ. Но, скорее всего, по сюжету давайте возьмем. Вы подобрали разводной ключ. Погнали далее. Так. Это что за... Что это за черный тип стоит? Исчез. Странно. Ладно, сделаем вид, как будто ничего такого не было. Ладно, ничего такого здесь нет. Давайте сломаем. Открываем дверь. Так, заходим.
Проверяем комнату. Так, компьютеры тут, наблюдения какие-то. Ну, здесь тоже все закрыто. Здесь осмотрим. Опа. Донос на доктора Марли. Доктор Майер Марли, новый начальник ЦЭ-лаборатории в городе Райли. За первую неделю он уволил уже десяток работников, постоянно кричит и устраивает садистские эксперименты без договоренности со стороны начальства ЦЭ-лаб. Мы создаем мутантов, но не мучаем людей. А, еще там дальше. Я как управляющий ЦЭ-лаб, я не одобряю такие действия. Шанс рассекречивания целей ЦЭ-лаб уволенными сотрудниками очень высок. Я требую, чтобы доктора Барль уволили. Вроде как начальство ЦЭ-лаборатории хотели, чтобы они уволили доктора Марли. Странно, подозрительно. Документ Блот 2. Блот 2 – аппарат, производящий мгновенный анализ крови. В отличие от Блот 1, версия 2 определяет, чья это кровь. Разработка корпорации ЦЭ-лаборатория. Возьмите пустую пробирку из желтого слота, наберите кровь в пробирку, вставьте в пробирку в желтый слот, на синем экране нажмите кнопку «Старт». Кажется, я догадываюсь, зачем нужна эта пробирка. Давайте возьмем кровь. Набрать пробирку крови. Ставьте пробирку. Что это за звук? Твою мать, кто выключил питание? Короче, электричество кто-то выключил. Это что за хрень прилетела? Эй, куда попёрся? Не понял. Так, записка, заказ номер 47. Доктор Марли, давайте уточним содержание заказа. Уран 800 кг. Кризовий 80 килограмм. Вы отлично платите за такие заказы, но зачем вам как медицинской лаборатории уран и кризовий в таких количествах? Так, проверим эту дверь. Закрыто. Что у нас остается? Только спуститься вниз? Давайте спустимся. Тут какая-то подземка. Как же тут все? Тут много радиоактивных отходов. Опа, я сейчас кого-то заметил. Вот этого снова этого черного челика. Надо думать, как попасть в лабораторию. ЦЭ-лаборатория. Уф, как все проседает. Заранее извиняюсь, у меня просто проседает FPS из-за этой карты. Так, лифт. Уважаемые коллеги, грузовой лифт находится в ремонте до 20 сентября. Требуется ключ-карта, валидатор. Ключ-карта. Так, уровень допуска. Уровень допуска младшего персонала. Желтый, первый уровень. Желтые карты принимаются, желтые валидаторы. Красный, второй уровень. Красные карты принимают желтые, красные валидаторы. Синий уровень. Синие карты принимают все валидаторы. Так, нам нужна какая-то ключ-карта. Заперта с другой стороны. Эвакуация. Сбежали следующие мутанты. Север Глич. Охрана не в силах противостоять им. Выходи через катакомбы. Там достаточно безопасно, доктор Марли. Вот теперь как раз и проблема. Скорее всего, здесь, в лаборатории, сбежал какой-то Север-мутант. Вероятно, он здесь тут обитает. Так что надо быть осторожнее. Я, короче, как подобрал какого-то трупа карту. Так, провести карту. Стоп, что? Требуется ключ-карта более высокого уровня. Так, а вот это вот открывается. Давайте это проверим. Ничего не произошло. Ну, я понял, что там ремонт. Ладно, спускаемся. Что? Выберите этаж. Нулевой этаж или минус второй. Давайте на минус второй. Все равно же нам некуда идти. Через катакомбы должен быть вход в лабораторию.
Какой долгий лифт? Стоп. Нифига себе! Я так понимаю, это целый отряд. А вот и отряд SCP, не отвечавший на связь. Но я так и понял, скорее всего, тот самый отряд погибло из-за сбежавших мутантов. Ёпт, я испугался. Какой-то шарик пролетел. Вход в катакомбы. Мне, скорее всего, надо туда. Мне нужен ключ от катакомб. Ладно. Давайте проверим. Требуется карта более высокого уровня. И понял. Поднимаемся на следующий этаж. Вот и вход в лабораторию. Раз была эвакуация, значит логично, что входы будут закрыты. Обратитесь к администрации CLAB. Заблокировано. Тут все запечатали. Ну, мне кажется, я понял, зачем они запечатали, чтобы эвакуироваться, плюс еще забаррикадировать других мутантов. Хотя навряд ли их это остановило. Криоящик. Открыть. Что это? Зеленый камень. Так, план подземной части ЦЛАП. Видно сбоку подземная часть. Парковка. Первый лифт, второй лифт. Первый лифт это, скорее всего, тот, который сломанный. Второй лифт, мы который сейчас спустились. В целом лаборатория, вход второй. Но я не понял, что это за карта, но я про лифты вроде как понял. Так, открываем дверь. Раз уж у нас теперь есть красная ключ-карта, давайте откроем. Так, что тут? Подача кислорода, управлять кислотами и трубами. Давайте посмотрим. Введите код для включения подачи кислоты. Скорее всего, в будущем мы должны найти какой-то код. Так, кнопка температура, минус 20, влажность 30. Так, что это? Какой замерзший челик. Сюжетная записка без названия. Выпустить какой-то муж-мутант в катакомбы. Закрыть катакомбы. Назначить эвакуацию через катакомбы. Ключ от катакомб. Тут медицина, аптечки. В общем, тут медицинская... Что-то там отдел. Ну что ж, открываем. Серые земли. Попадите в катакомб. Вы используете ключ от катакомб. Что это? Сюжет и предмет, блин. Прибор Север Мутант. Индикаторы опасности. Подсказка. Желтый индикатор, значит, Север Мутант рядом. Красный индикатор, Север Мутант близко. Индикатор появится в центре экрана. Скорее всего, Север Мутант это вот тот самый круглый сущность. Окей. Все забито вон досками. Стоит поискать топорик. Ладно, давайте осмотрим. Так, еще один солдат из SCP. Давайте прочитаем эту первую записку. Восточный дом на улице. Код от ящика 1212. А, я уже понял, вот это вот ящик, я уже запомнил. Нам надо скорее всего вернуться туда. Послание капитана отряда SCP. Послание. Фантомс нам не врали. С лабораторией устроили погром. Все началось в сентябре. Лаборатория в затерянном лесу, а также в пригороде Райли. С разницей в 37 минут объявили эвакуацию. 7 сентября. Эта информация из черного ящика, что именно произошло в лабораториях, неизвестно. Эта информация скрывается внутри их. Но точно известно, что из-за эвакуации многие мутанты сбежали в лаборатории, особенно затерянный лес. Затерянный лес? Ну, я, короче, не знаю, что за затерянный лес, но я, конечно, скорее всего, знаю. Про что это, скорее всего, из прошлого ролика, который сейчас у меня посередине экрана. Если кто не смотрел, можете посмотреть. Скорее всего, это та самая затерянный лес, в котором мы были в прошлый раз, то... Тогда ладно. Продолжаем. Я ранен. Север Мутант меня смертельно ранил. Я тоже ожидаю, что есть вход через катакомбы.
Но не знаю где. Ладно, сейчас у нас постепенная задача найти топор. Так, ну что, я дошел уже до этого места, до этого ящика. И, кстати, я кое-что понял. Помните, мы как раз брали какой-то зеленый камушек, то давайте посмотрим. Ставить камень. Так, что-то сейчас заработало. Но пока что непонятно. Так, введем код. 12-12. Вот как раз и топор. Ну что ж, возвращаемся. Ты виноват. Во что я виноват? Короче, сейчас какой-то вот этот вот черный тип, короче, выскочил и типа говорит, ты виноват. Уезжай. Нафига мне уезжать? Я же прибыл по расследованию пропажи SCP. Узнать, что происходит. Зачем мне куда-то уезжать? Ты что-то скрываешь, что ли, от меня? Нафига мне уходить? А что будет, если я не уйду? Тоже меня напугали нахрен. Ну вот, собственно, я вернулся. Так, карта подсказка. Карта теперь активна. Сложно бродить по катакомбам. Пользуйся специальной картой. Кнопка для нее включения находится в центре меню. Ну, я как понимаю, если цели в катакомбах. Найти вход в целую лабораторию, найти и включить генераторы. Но, скорее всего, если мы сейчас разрушим, то, скорее всего, дальше будет какой-то лабиринт. Так что я буду обрезать моменты, где я буду ходить, и буду показывать те моменты, которые я нашел в других комнатах. Так что давайте... Опа. Опа. Чуть подействовал индикатор. Ладно. Короче, продолжим. В общем, это вот здесь вот рядом как раз. Я нашел какую-то записку. Крезивый искусственный сильно радиоактивный металл имеет яркий оранжевый окрас при проведении тока способен воссоздать концентративную плесень. Сильно активен с ураном при воздействии крезовий и урана. Концентративная плесень становится сильно активной и начинает активно делиться. Концентрированная активная плесень обладает инстинктивным мышлением и ищет ближайшее биологическое тело, чтобы его поглотить и стать больше. Ладно. Это первое, что за сегодня мы посмотрели. Ящик. Нужен синий ключ. А стопе, стопе, стопе. Я еще рядом с трупом вот это вот не посмотрел. Что за записка? Эксперимент на медбра. Во второй из трех экспериментов с использованием кризови под руководством доктора Марли. Инъекция жидкого кризовия в кровь человека, испытуемый охранник целап, цель сделать суперсолдата, исход цели погибло, сильно заражение крови, потеря сознания практически сразу. Ладно. Спустя кучу похождений по этому лабиринту, как раз Севермутант там что-то там ходит, я, конечно, нашел какую-то лестницу. Так. Что тут у нас? Так, записка. Ключ-карта у него. И здесь какая-то жижа тут рядом. А, понял. Значит, надо искать там, в том самом месте, ключ от зоны эксперимента 3. Вы подорвали ключ от зоны эксперимента 3. Ключ-карта не подходит. Так, ну я понял, по карте эксперимент номер 3 должен быть где-то здесь, дальше. Я, короче, нашел эту дверь, открыл его, и вот, как раз, записка еще одна. Эксперимент 3, второй из трех экспериментов с использованием кризови под руководством доктора Марли. Эксперимент номер 3, муж-мутант. Создание муж-мутант с целью изучения кризови, цель соединения кризови и уран, получить плесень, провести ток через данную субстанцию. Исход удачный. И вот как раз, скорее всего, вот этот тот самый мутант, которого соединяли, там устанавливали эксперименты. Так, протокол расщепления кислотного раствора. Запусти протокол. Открыть шлюз. Муж-мутант. Комок концентрированной активной плесени малинового цвета с частицами кризови способен поглощать живых существ, становясь больше. Плесень крайне токсична. При соприкосновении вызывает
моментально ожог, рвоту, и также цель получает дозу радиации. Цель умирает при полном ее поглощении. Муж мутанта. Кислота способна убить плесень и все ее клетки, оставив гнилую биологическую субстанцию. Панель протокола. Активируйте подачу кислоты в парковке. Код активации 1542. Скорее всего, понимаю, про какой подку. Так, до парковки за красной дверью был терминал управления с кислотой. Я как раз, собственно, и понял. Нам, скорее всего, вернуться нужно туда. Ну вот. Я пришел, активировал вот эту вот подачу кислоты. И вот, я набрал код 1542. И вот, включил все. Осталось только вернуться. Кстати, пока я бежал обратно в то самое место, я заметил такое помещение, как генераторное. И вот как раз у меня задание, как подключить генераторы. Вот, завершить анализ кроме Blood 2. Давайте вернемся, что. Что ж, я вернулся. И давайте посмотрим, что тут у нас. Посмотреть. Так, заполни ячейка. Нажмите кнопку Start для начала анализа. Давайте начинаем. Дождитесь анализа просмотров и результатов. Так, и что тут у нас? Мистер Севен сбежал с деревни. Он тут был незадолго тут до меня. Кто его ранил? Стоп. Сыщик, узнаете, чья кровь на улице? Результат анализа крови. Объект Мистер Севен. Дата появления крови 15 ноября 2. Короче, это считай где-то минимум 20 минут до нашего появления. И Мистер Севен как раз из этой лаборатории сбежал. И, скорее всего, улепетал где-то в затерянный лес, либо в хоррор-хаус. Чё? Вот это упоминание. Супер, зашибись. Вернулся обратно в ту самую лабораторию, и теперь можно включать, запускать протокол номер один. Так, запускаем. Кризовное чудо. Убейте муж-мутант. Ладно, давайте подождем, пока он до конца как бы рассосется. Думаю, можно открывать. Теперь можно и забрать синюю ключ-карту. Уходи сейчас же. А что, если я не уйду? Ты нафига мне это говоришь? Зачем? Осмотреть. Пахнет как гнилая. Стоп. Пахнет как гнилая плесень. Отвратительно. Зачем ты трогаешь? Облучитесь кризовием. Блин. Я, короче, подошел. Ладно. Взять синюю ключ-карту. Откройте вход в целап. Используйте синюю ключ-карту. Так. Я вернулся. И теперь. Вот, давайте подойдем. Тебе нельзя. Ты охерел? Ты нахрена сломал? Ой, дебил, нахрена ты сломал? Хочешь интригу держать? Тайну? Какой-то он мутный тип. И какой-то вот это вот мутный. Я не знаю, что это за существо. Оно разумное. Не то, что оно отличается от других. Вот это, которое мы сейчас видели здесь, оно разумное. Скорее всего, он отличается от других. Не знаю, враг или нам друг, не знаю. Не хочу пока ему верить. Ладно, давайте читаем. Зона эксперимента 1. Красный ключ там. Проход туда открыт. Открыть ящик с кнопкой. Можно читать. А, мне нужно этот красный ключ взять. Понял. Ладно. Что ж, давайте двигаться. Куда нам? В эксперимент 1. Ну, это, скорее всего, здесь, вот рядом. Так, я пришел. Тут какая-то записка. Эксперимент 1.
Первый из трех экспериментов с использованием кризови под руководством доктора Марли. Создание глич-мутант с целью управления разумом людьми. Цель. Что-то там замазано. Исход удачный. Так. И вот красный ключ. Ну что, давайте подойдем. Ты меня не понял? Почему ты не слушаешь? Зачем я тебе? Раз ты настаиваешь, у меня есть к тебе предложение. На улице есть три машины. Поставь на них GPS-трекеру, и ты получишь красный ключ. И нахрена? Я не понимаю. А если откажусь, то что? У меня нет выбора, что ли? Я не понимаю этого намерения, цели этого черного. Но я, скорее всего, догадываюсь, то, что вот это вот глич-мутант. Он, по крайней мере, разумный. Глич-мутант. Человекоподобная разумная материя черного цвета. В основном находится в форме человека, способная растворяться и появляться в пространстве. Глич способен спокойно общаться наравне с человеком. Уязвим к кризовию, хоть и состоит из него. Его намерения непонятны, и подчиняться с лабораторией он не согласен. На данный момент он содержится в камере из кризовии, которому он уязвим. Он очень силен и физически, морально способен управлять разумом. Ну, ты как раз и прав. Вот эта вот черная вот эта вот хрень, наподобие человека, которому сейчас общались, вот как раз вон и есть то самое разумное наподобие человека, который умеет общаться. Чё ж, у меня выбора нет. Мне придется сейчас соглашаться. На условия. Так. Я вышел на улицу. И теперь устанавливаем трекер. А, вот здесь вот. И вот здесь вот. Ну все, понял. Оранжевый остался. Отправляйтесь назад в зону эксперимента 1. Я, конечно, забыл. У меня же синий ключ карты. Давайте проверим. Так, открыто. Так, ящик. Записка. Мистер какой-то там засекречено. Эксперимент мистер. В главной лаборатории доложили, что готовится к серьезному эксперименту. Дата его проведения 3 сентября. Мы только что не можем сказать, что будет происходить, но сказали, что собираются сделать совершенного мутанта. Он будет способен на то, что способен глич-мутант, телепортация, управление сквозь разумом, прохождение сквозь стены, разумность, но в отличие от глич-мутанта, им можно будет управлять, отдавать приказы. Это будет мутант по силе сравнимым с Эмбизи. Эмбизия. Где-то упоминается Эмбизия. Открыть дверь. Дверь закрыта. Дверь тоже закрыта. Ладно, ничего такого интересного. Вернулся в этот зону эксперимента 1. Давайте посмотрим. Забирай. Там написано посередине забирай. Ладно, хорошо. Спасибо. Так, откройте вход села при помощи аварийной кнопки. Ладно. Ну что ж, я добрался. И давайте-ка откроем. А, не здесь, не. Может быть, открыть дверь в конце этого коридора? Так, открыть дверь. Нету питания на воротах. Надо отправиться в щитовую, чтобы восстановить питание на ворота. А, отправиться в щитовую. Это где у нас? Щитовая. А, это как раз рядом. Побежали, побежали, это как раз рядом. Вот здесь вот. Так, записка. Пометка для инженеров. Для открытия щитовой нужно нажать 5 рычагов в катакомбах. Один находится в самой щитовой, второй неподалеку от генераторной, третий чуть ниже зоны эксперимента по карте. Четвертый и пятый в комнатах помещены как... Ну, так, короче, по карте. Так. Так, первый дергаем. Первый рычаг. И еще какая-то... Блин, какая-то вторая записка. Я не могу подобраться. Нет, не, а, это просто текстура. Ладно. Так, зона эксперимента 2.
И возле... Еще раз, что у нас? Блин, я не могу еще читать. Ну ладно. Наконец-то я закончил с этими рычагами. Я долго их искал по всей катакомбе. Мне порой пожирал этот монстр. Север Мутант. И давайте нажмем подать питание. Так. Подай мяч. Отлично, теперь могу попасть в лабораторию. Ну что, возвращаемся тогда. И вот теперь можно нажать эту кнопку. Так, зайдите в проклятую C-лабораторию. Что, погнали? Войдите в C-лабораторию. Получено достижение. Так. И что тут у нас? Неизвестно. Утро 15 ноября при прикрытии Райли прогремело 3 мощных взрыва. Предположительно были взорваны автомобильные заряды. В земле в радиусе там, короче, обрушилось что-то вниз, в катакомбах. Под землей был найден подземный комплекс, в котором остались одни руины и обломки. Север Мутант. Ну что ж. Скорее всего, я понял, для чего эти трекеры. Это, оказывается, не трекеры, а взрывчатка. Я не знаю, зачем этот вот глич-мутант попросил нам этот расставить эти взрывчатки. Не знаю зачем, но я не знаю, друг он нам или враг, я не знаю. Доверять, не доверять, но по этому же причине просто тупо взорвал все лабораторию к херам. Я не понимаю, наш этот агент выжил или нет? Скорее всего, мы никогда, наверное, не узнаем. Ну что ж. Я не знаю, какая еще другая концовка. Я слышал, что там еще другая концовка есть. Но, пожалуй, я на этом закончу, потому что... Я уже устал от этого. Я устал. Я серьезно устал. Это, считай, если я снова буду искать новую концовку, это уйдет много кучу времени. Так что... Что я могу сказать? Карта очень хорошая. Разработчики этой карты просто супер, там анимацию сделали. Просто офигенную карту сделали, всякие загадки там, все и прочее. Если хотите тоже поиграть в эту карту, то скачивайте Block Strike, там найдите кастомные карты, и вот среди кастомных карт вы найдете ту самую хоррор-карту. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Мы еще увидимся. Не забывайте подписываться на мой канал. Поставьте лайк под этим видео. И подпишитесь там, ну, прожимайте колокольчики. И не пропускайте мои новые видосы. Также делитесь этим видео своим друзьям. Ну, я это еще раз вам сказал. И на этом с вами прощаюсь. С вами был Десарцив. Всем удачи и всем пока-пока.